на Ютубе тусовался, на мой Fortnite нарвался. Ребятчонки, здравствуйте, всех приветствую на своем игровом канале Федораков Гейм. Всем приятного просмотра, сегодня играю в соляну Fortnite. Чайки-печеньки подготовили, поехали. Я уже лечу, все. Не как обычно, ровно куда мы полетим. Главное, пушки сейчас подсоберем какие-нибудь. И вот прямо можно здесь. А можно вот там, давай вот даже туда. Подальше. Уже все, пацаны, стреляются, кто-то умирает, уже кто-то побеждает. Мы только спускаемся еще. Бывают у нас уже периодически даже топы, но, возможно, сейчас ничего не будет, потому что... Походу, я здесь не один. Бля, всего лишь пистолетами. Сука, ты дурак, что ли, блядь? Пришел со спины у меня стрелять. Так, там еще один есть у меня за спиной. О. Иди, бля, сюда. Жду тебя, братан, уже. Так. Смотри, у нас уже все. От меня уже веет опасностью. Какого цвета это ствол? Зеленый. Не интересует. Не интересует нас. Вон он, паря. Ты, бля, меня, помню, пацан, убить хотел. Так, о, привет тебе. О, щёк ты же. Дурачки, что ли, бля, пацаны. Тихо. Не балуемся. О, еще один. Где-то. Выполните задание бродяги. 2 из 7 выполнено. О. Блять, пацаны, вы дурные, что ли? Куда? Тихо, блять. Я ж тут не один играю. С ума сошли, что ли? Меня, блять, не остановить, ребят. Что, блять, за страшная война идет? Ты
блядь, именно вот там какая-то войнушка. Слушай, ну-ка пойди туда. Так. Был. Так, что ворон. Все хорошо. Видим, где-то танк катает у нас. Это именно тот был, кого я стрелял, правильно? Мне кажется, что это был не он. Может, где-нибудь вообще зашкирился. Их, мне кажется, было больше, когда я сюда шел. Ну да ладно. Что у нас пока все здорово. Пока что все красивенько. Так, зона идет. Садимся в зеленый автомобиль. И погнали. Я вижу дропчик там лежит, да? Его, походу, даже никто не забрал. Ну, может кто-нибудь сидеть и следить вообще за ним? Так, это точно заберем. Тут дробовик, конечно. О, нахер мне пистолет, все забираем. А, у меня все есть. Бля, столько народу уже убил, что... Что уже набрал в себе и ресов. Пацаны, бля, оружие наносили мне. Всего. Там карта. О. Слушай, ну давай-ка лучше все-таки на машине поеду. Чтобы не бежать потом, бля, сломя голову. Так, вроде никого. Бля, что-то с машиной. Приехали, мать твою. У меня даже нихера бронька снялась немножко. Заправочка я сейчас хильнем. Если тут никого нет, конечно. Есть. Еще кто-то есть? Свалил этот человек, да, я так понимаю? Вон он. Есть, красавчик. О, кстати. Раз. Одна в хате, я вижу. Превосходно. Вот еще бы третья сразу ведь было бы вообще здорово. Было бы невероятно. Но как будет, так будет.
Так, я понимаю, что это золотой дробовик, все, но... Да ёб твою мать... Блять, не мог проехать. Точка вроде спортивная, но еле ездит. Ну, хотя по асфальту вот лучше пошла. Фунтик. Прекращай. Что-то сразу не попал, странно вообще, что-то так. Сало. Что у тебя, братанчик, есть? Что у тебя... О, боже мой. Такой хороший у тебя автомат был. Семерых это вообще для меня, наверное, один из самых лучших. Ну, это не означает, что я, блядь, сейчас выиграю всех. Это ничего не означает. Блядь, курица. Ты дурная, что ли? Отстань. Из-за того, что новый сезон. Поторопился я с... А может и нет. Что у нас? Кстати, я там вижу чувака снизу. Спасибо. Спасибо, ребята, что так удачно стали. А как поставить мне вот так вот? Прекрасно. Я на Xbox еще никогда не ставил. Не так часто играю в Фортик. Да, но пока у меня выгодное положение, а что будет с этого дальше, хрен его знает. Птица полетела. У меня даже кнопка редактирования не назначена. Прикидываете? Осталось шестеро. Никого не вижу, хотя это курица. Что, ну даже пока неплохо построился, получается, зона. Даже в следующей зоне. О, раз, два. Где второй?
Вот сука. В кусте сидишь. Крысятники, блядь, с двух сторон стали. Ой, боже. Давайте повоюйте, блядь, пока. Ой, сидит он, блядь. Так. И теперь один на один осталось. Вот этот чувак, наверное, там сидит. Или в кустах. Так, это наше, возможно, преимущество. Вот он. Топ-1 нахуй, сука, привет. Извиняюсь за матюки. Есть, четко. Здравствуйте, здравствуйте. Это передача «Здравствуйте», я ее ведущий Сережа Федораков. Что, у меня даже зависла вебка, чтобы вы понимали, что-то там произошло. Ну, что мы тогда... Если вебка зависла, тогда мы ее нажмем «Деактивировать». И активировать. И она вернется, но немножко в другом цвете. Не таком хорошем, как было до этого. И поэтому, ребятушки, скриншотик сразу же. Готов. Все, спасибо всем за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваши просмотры. Всех люблю, целую, обнимаю десна, особенно когда беру топы. Вот это огонь вообще, бомба, пушка, петарда. Вот. Сереж Федораков, канал Федораков Геймс был с вами. До новых встреч на моем игровом. Бай-бай, пока. Бля, ну, конечно, его разнес этого хлопца, ёп, но... Преимущество было использовано по полной.